вами снова я, Стелла. И сегодня у меня очередной блок соревнований. Сегодня я выступаю на первенстве Москвы. Это достаточно серьезное соревнование для меня. Я уже заплетена и накрашена. Сейчас я соберу рюкзак. И вот мой рюкзак, в который я буду складывать свои вещи. Сначала я положу булавы. На коленечки. Дальше я положу чехол со скакалкой и резинами. Полупальцы. Одни запасные и одни, в которых я буду выступать. Дальше вот такой вот лидокаин и долабена. Потому что ранее у меня случился ушиб пальца, и поэтому я мажу вот таким вот средством. Диски. Косметичку. Лак для волос, чтобы подправить некоторые недочеты или там волосы, которые у меня вылезут. И, конечно же, бутылка с водой. Сегодня я выступаю скакалку и БП. Также с собой я беру обруч. И, конечно же, беру купальники. Кстати, у меня появился новый купальник. А какой вы уже увидите там на соревнованиях.